Последний день апреля в мэрии подвели итоги городского благотворительного марафона «Ты нам нужен». В Иванове традиционная неделя добра проходила с 16 по 23 марта. Цель акции – объединить усилия власти, бизнеса и общественности для оказания адресной помощи детям с ОВЗ. Собранные деньги идут на закупку необходимых препаратов, медтехнику и реабилитацию. В торговых центрах стояли контейнеры для сбора пожертвований. Предприниматели переводили крупные суммы на благотворительный счет, а также помогали услугами или товарами своих компаний. На итоговом заседании оргкомитета они получили благодарственные письма от главы города за посильный вклад в общее дело. На благотворительный марафон было подано от благополучателей 139 заявлений, которые подлежат удовлетворению. Значит, в этом году нам удалось собрать 5 миллионов 757 тысяч рублей. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. Все эти средства будут потрачены как раз вот на обеспечение заявлений, этих 139 заявлений от детей-инвалидов.